История этой собаки по кличке Элиза Джун – лишь одна из многих случаев издевательств над животными. Более того, события с этой несчастной собакой еще раз демонстрируют огромную чувствительность, на которую способны наши четвероногие друзья. На самом деле Элиза Джун – собака, которая изо дня в день полностью меняла свое отношение к людям. Однако эта метаморфоза произошла не без причины. В один из дней, как и в любой другой, владельцы Элизы Джун выбросили ее на улицу. Внезапно собаке пришлось столкнуться с опасностями и обстоятельствами, о которых она никогда не знала. Среди этих трудностей, которые вызывают настоящую борьбу за выживание, наиболее серьезными являются не только нехватка еды, но и контакт с новыми формами риска. Наибольшую опасность для брошенных собак представляют автомобили. Поэтому с этими животными нередко случаются серьезные несчастные случаи. Именно так обстоит дело с Элизой Джун. Помимо того, что ее бросили, собаку сбила машина. К счастью, прохожим удалось вовремя вмешаться в судьбу бедняги и отвезти ее к ветеринару. Как показали проверки, в результате аварии произошло несколько переломов, в том числе бедра и таза, а также ушиб легкого. Однако самые серьезные последствия пришлись на психику собаки. Элизу настолько задело поведение людей, что у нее начало проявляться к ним очень агрессивное отношение. Она даже никого не подпускала близко и рычала при каждой попытке людей связаться с ней. Энни Морган, отправившаяся в приют, где находилась собака, решила принять вызов и усыновить ее, понимая, что путь будет извилистым. На самом деле первые разы оказались трудными, и Лиза по-прежнему была очень насторожена, отказывалась от ошейника и любого контакта. Однако благодаря большому терпению и некоторой осторожности женщине удалось завоевать доверие собаки. Также благодаря своему упорству сегодня Элиз вернулась к беззаботной жизни и радуется ей каждую секунду. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.